Спасибо. Не ожидала. Честно, хотела уже уходить. Спешила, но так интересно, настолько интересно. А, мой любимый питбул после GoPro. Мой любимый Инкрузес, моя любимая команда, моя любимая Наташенька Колесникова. Спасибо за то, за этот подарок, который ты сегодня подарила нам всем. Потому что я снова отвлеклась от дел и погрузилась в эту сказку, в это путешествие, которое такое удовольствие нам всем подарило. И я еще раз поняла, что наш бизнес самый лучший. Знаете почему? Потому что да, мы работаем, да, мы строим команды, да, мы делаем деньги и думаем о завтрашнем дне. Но самое главное то, что у нас есть уникальный продукт, который позволяет нам отдыхать. И не просто отдыхать, а вот так красиво, вот столькими эмоциями, заряжаясь просто настолько шикарно. И все это вы видели сегодня благодаря нашей красивой, замечательной, очень умной, очень успешной Наташеньке Колесниковой, с которой мы прекрасно провели время, и также с другими нашими девочками, и с Майклом Хатчесоном, и с нашими лайнерами, и с всеми нашими тусовками. И действительно хочется снова туда возвращаться, практически каждый месяц, да, или, может быть, там просто жить. Поэтому сказать, что много хочется, все уже сказано. Вот очень-очень-очень красиво все сказано, все показано. Все не поддельно, а настоящее. Это просто сокровище, которое мы еще раз подтвердили, что оно наше. Понимаете, Инкрузес нам подарил счастье, которое мы просто должны беречь, уметь держать в руках красиво, нести с собой дальше, передавать другим людям, заряжать их также своим счастьем, их счастьем, и быть в позитиве, быть с улыбкой. Я думаю, что Инкрузес – это то богатство, которое может иметь каждый, и оно вас будет оберегать от всего. Оно будет оберегать вас от зла, оно будет оберегать вас от несчастья, от плохих финансовых состояний, от плохого настроения, от плохого здоровья, от всего плохого. Он вас перезарядит в самое прекрасное. Вот действительно, вот этот фейерверк, вот эти огни, это огни счастья, это звезды, которые падают на вас и будут падать все больше и больше, сколько вы будете жить и работать в этой компании Инкрузес. Я благодарю Наташеньку за этот уникальный сегодняшний вечер, который подарил счастье, я думаю, и тем, кто слушали, смотрели, и еще другим многим людям, которые будут смотреть его в записи. И также призываю всех, кто был еще где-то в круизах, делитесь, делитесь, потому что это самое шикарное, самый красивейший вид, как мы можем показать наш продукт, как мы можем привлечь сюда людей, даже, наверное, не столько на деньги, а именно через вот такие шоу, круизные показатели. Понимаете, вот это душа хочет эмоций, душа хочет зрелищ, и тогда придут и деньги. Таким образом, намного легче, намного интереснее предлагать этот наш бизнес. Я думаю, что вы согласитесь с этим. Еще раз всех благодарю, не буду затягивать время, потому что оно дорого для всех, и мы много здесь уже слушаем, смотрим, не хотим отрываться, я вам верю. Но у нас будет еще круче, все впереди. Мы показали путь, Лас-Вегас супер, Лос-Анджелес супер, Майами супер, Америка прекрасная, все прекрасно, Европа тоже, а лайнеры еще круче. Поэтому надо встречаться именно в круизах. Это действительно нас делает одной семьей. Все, я передаю слово Ирине Захарченко, также нашему прекрасному другу, который был с нами в круизах, и которого мы тоже очень любим и уважаем. Спасибо всем, друзья. Спасибо, что вы нас слушали, что вы вместе с нами и любите наш клуб.
за твои слова, за твою искренность, за твою благодарность. Спасибо тебе за все, за то, что ты первая открыла действительно эту жемчужину, это сокровище, как наш круизный клуб для всех нас. У нас снова, друзья, не работает чат, я пишу, я думаю, каждый из вас тоже делится своими какими-то впечатлениями, и, к сожалению, чат не работает, поэтому я взяла микрофон. Ира, огромная тебе благодарность, огромная от всего сердца огромная благодарность за то, что ты есть, за то, что ты делаешь для всех нас, за то, что ты наша путеводная звезда, которая действительно открыла для всех нас этот прекрасный клуб. И этот клуб дарит возможность менять жизни, менять судьбы и наслаждаться жизнью. И делитесь, друзья, этим. Как можно больше с гордостью, с удовольствием, с радостью делитесь своими успехами, делитесь своими круизами и дарите это потрясающее чудо, как наш круизный клуб, огромному-огромному количеству людей. Я отключаю микрофон, к сожалению, жаль, что не работает чат, но, может быть, тогда мы продолжим писать свои впечатления и делиться уже в наших чатах, в Телеграм, в чатах Скайпа. И я передаю микрофон Роману. Ром, большое тебе спасибо, за еще раз благодарю тебя за твою прекрасную идею создать действительно такую замечательную рубрику, как «День круизера», который позволяет все больше и больше у нас будет сейчас круизеров делиться своими впечатлениями, эмоциями. Нас ждут новые круизы, нас ждут новые страны, друзья, нас ждут новые лайнеры, которые строятся, каждый год спускаются новые и новые прекрасные лайнеры. Нас ждет весь мир. До новых встреч, друзья. Пока-пока. До новых встреч, друзья. Пока-пока. It's like deja vu, baby. Got it. I knew the